Привет! В комментариях меня попросили сделать э, инвентарь по виду, как э, в игре Resident Evil 1996 года. И почему-то он написан <связать> по легкому инвентарю. На самом деле, я бы не сказал, что это легкий инвентарь, потому что даже разработчики, скорее всего, трудились над ним э, не один день. В общем, я предварительно здесь замутил внешний вид виджета да, как у нас в Resident Evil 96 -го года. Я просто задолбался эти пиксели вырезать, но чтобы не поделать. Так. В общем, для инвентаря будем делать несколько видео. Начнем. Для начала давайте сделаем, создадим такую штуку, как структуру и инумерацию. Давайте начнем с стру... Так, давайте начнем с инумерации сначала. Назовем ее как-нибудь item. Так, item-type. Введем. Это у нас инумерация. Мы здесь будем вводить как раз-таки те вещи, которые мы будем складывать в инвентарь. Давайте напишем weapon. Это у нас оружие, да? Какой-нибудь АИП, это у нас типы лечилки и так далее. Что-нибудь Майн, потому что вот я складываю то, что у меня есть картинки, как минимум. Это мины, да, то есть взрывчатка и так далее. И что у меня еще есть? Так, оружие. Мины. Я уже забыл, что я кинул. Так, э ну, ключ, да? Допустим, ну, так напишем кейс. Это у нас ключи. Сохраним. То есть, это у нас э здесь под VPN у нас, соответственно, все виды оружий. Это дробовики, пистолеты, автоматы и так далее, да? Аип это у нас лечилки разных э, видов, качества и так далее. Мины это у нас гранаты, взрывчатка, мины и так далее. Кей это у нас какие-то карты доступа, ключи э, и какие-то предметы, которые нам необходимо э, использовать где-то и так далее. Да? Это все можно здесь записать. Теперь э, мы создали... И нумерацию Теперь нам надо создать, получается, айтем, да? То есть другой айтем, который будет управлять это вот структура. В ней мы будем образно все хранить, все записывать. Так, также назовем айтем. что-нибудь айтем-дата. Так, здесь мы введем порядка пяти, наверное, значений. Так, первое у нас это будет имя, это у нас будет наименование предмета. Это у нас для того, чтобы, допустим, мы могли отображать над предметом его имя и так далее. Или в диалоге где-то что-то прописывать именно этим именем. Дальше у нас э, тип будет. Type. Так, name у нас будет string. Type у нас будет это вот этот, то, что мы создали, item type. выбираем его. Еще раз покажу. То, что вы написали, вот сверху наименование этого, да, значения. Его и убирайте. Или в enum и e нумерация, вот как раз таки его ищите. Теперь нам необходимо имя, тип, количество, аккаунт, Сделаем это в виде интегер. Значение цифровое, да? Так, еще. А, ну. Стекет. Это у нас складывание предметов. Сделаем его бурин. Все правильно. Да, нам еще что-то надо. Раз, два, три. Так, ну. Окей. А, изображение. Изображение, которое у нас будет отображаться в инвентаре. Уже в графическом виде. Айкон сделаем. И назовем его. Текстур вниз пролистаем, где-то здесь она. Да, текстуры. Выбираем Object Reference. И последнее это у нас класс данный, данного предмета. Чтобы он нам не каждый раз не делать на него каст. Потому что если у вас, допустим, 50 предметов разных, да, вы на каждый, вам придется на каждый делать каст чтобы получить какие-то значения. Здесь мы будем с помощью вот этой штуки соединяться с ним. Так, это у нас... Давайте, эктор. Эктор, эктор. Но вид у нас не Object Reference, а Class Reference. Так, все по единице. То есть не, ничего не надо здесь изменять. теперь по сути мы вот инвентарь да такой создали это у нас будет в персонаже храниться теперь нам необходимо сделать э, управление данным э, инвентарем также создадим Enumeration. Mm. Назовем его как-нибудь Player. Player Action. Так, давайте Player Action Enum. Типа Enumeration, чтобы мы хотя бы как-то понимали. И item type тоже давайте переименуем ну e Так, все. Зайдем сюда. Здесь мы будем как раз-таки управлением да, нашей это, структурой. Назовем Add Item. Это у нас будет добавление слота. Ну, давайте еще Remove Item. Если вы будете задавать дроп э, и так далее, это вам уже, наверное, скорее всего, в отдельных надо будет делать. Дроп это, конечно, не, не совсем интересная тема, потому что немножко сложная она все-таки. Так, давайте теперь создадим структуру еще одну. Тоже player action структура. Так, напишем структ просто. Зайдем сюда. Давайте сделаем... Так, 5. Наверное, 5 примерно значений. Так, это у нас action будет. Здесь мы как раз-таки выберем то, что мы создали. Вот энумерация, да? Это у нас добавление и удаление ячейки. То есть мы пишем player action enum. Так, в эту инумерацию, вот она. Player action enum. Теперь. То есть мы просто указываем, что мы будем делать. Item. Это у нас значение. Мы также и нумерацию выбираем, которую мы вот создали первой. То есть Item type Enum. Теперь, для того, чтобы нам указывать, в какую строчку нашего инвентаря добавлять, у нас будет создаваться вот, вот это. Э, слот Так, ID-свод. То есть, э, и, ячейка вот, будет как раз-таки записываться здесь. Она у нас будет integer. И, и также будет записываться значение с количества. Так, значение количества, да. Тоже у нас будет integer. Так, и... А, ну, Здесь можно, конечно, описание добавить. Ну, ладно, давайте мы попроще что-нибудь сделаем. То есть, описание каждого, каждой ячейки и так далее. В данном случае нам пока это не нужно. Можно было, конечно, сюда добавить. Описание, да. Ну, лучше сюда его добавлять, чем туда. Все, это мы сохранили. Теперь мы должны зайти в нашего персонажа. Так, наш персонаж. Заходим в Blueprint персонажа. Так, так здесь кое-что я, наверное, забыл. Да, я забыл. Давайте еще добавим одну сюда. Надо было это, конечно, первым прописать. Я забыл. Uh, known. Это у нас будет не имеющий никаких значений. Чтобы мы, вот когда создаем, вот здесь, да? Uh, видите? Класс Known. И нам надо, чтобы не каждый предмет был в То есть, uh, пистолет и так далее, да? Default value мы поменяем на Known. То есть вот то, что мы вот здесь создали, вот эта последняя ячейка. Так, по сути мы это можем уже прикрыть. Здесь у нас а, больше ничего не надо. Да, вроде ничего не надо. Так, это у нас стандартное управление. ПК с камеры и так далее давайте будет проще если мы создадим отдельный граф чтобы там вот это вот с этим не путаться совсем давайте new граф сделаем граф инвентарь Так, все. Это у нас отдельная, получается, ячейка, в которой мы будем все прописывать. Окей, так. Давайте сейчас все сохраним. Теперь создадим переменные. Так, это у нас будет инвентарь. Я вроде правильно пишу инвентарь. Так, выбираем наш айтем, который мы создали первый. Айтем type Enum. А нет, подождите, структуру надо выбрать. Да, вот структуру выбираем. Айтем дата. То есть это наша структура, в которой вот, компилировать сделаем. Вот. Все. Прописываются вот эти значения. Так. Откроем. Нет. Здесь. Здесь. Здесь пока не будем ничего делать. Давайте... Сначала создадим так новую папочку. И мы создадим экторы, которые как раз таки и будут иметь возможность попадания в инвентарь. Создадим. Был предкласс Эктор. Давайте назовем его. Так, э -э я не знаю даже как назвать его. Ну пока давайте Экторн Пойн, что-нибудь такое. Так, зайдем внутрь. Для начала давайте кинем сюда куб. И скомпилируем, поставим его на, получается, на сцену, чтобы примерно посмотреть, какого он размера. Так, кубик мы уменьшим. Давайте до 0,1. Как говорится, так, чтобы особо его не видно было. Ну, окей. Это нам особо-то и не надо, конечно. Да, зря я это сделал. Мы все равно здесь ничего не будем менять. Так и оставим куб теперь создадим э, сферу коллизии пять. 5, 5. Ой. зачем я с кейлом это делаю давайте радиус просто добавим Так, посмотрим, как это выглядит. Извиняюсь. Выглядит так. Ну, то есть э, капсула нас накрывает, да, если персонаж подойдет? Да, подойдет, отлично. Сделаем 150. Теперь нам надо на эту капсулу begin overlap и так далее накинуть. Так, это мы пока удалим. Для начала давайте э, запишем переменную. Но давайте проверим сначала эктор, да? Так. Назовем ее плеер. Запишем ее сюда и сюда. Здесь, конечно, нам на касту сделать. Так, касту. В данном случае у меня First Person Character, да? Так, где он? Или нет? Так, как у нас... А, топ-даун чайректор. Все. М -м, ошибся немножко. Потому что я немножко другую это, на начало сделал. Так, топ. Downchile. Все. Здесь мы проверяем то, что персонаж у нас заходит в эту штуку. А потом записываем э, этого персонажа. Для того, чтобы если какой-то иной предмет заходит в эту в коллизию, он не записывался как основной исполнитель, так скажем поднятие и еще что-то подобное теперь нам необходимо кроме этого здесь давайте запустим управление Так. Enable input и disable input. Так, и контроллер нам надо прописать сюда. Player контроллер сюда и сюда. Так, здесь мы self оставляем, все правильно. Теперь давайте Можем, конечно, создать кнопочку, да? Давайте какую-нибудь кнопочку создадим. Инвентарь. Add, как-нибудь назовем ее. И пусть будет кнопка E, да? Так. Здесь она так не работает. Кнопка E, чтобы у нас все под рукой было. Так, инвентарь это это у нас добавление в инвентарь, или можно даже буковку F проще. У меня под рукой просто. Так, также добавим кнопочку. просто инвентарь, с помощью которой мы будем открывать его. Давайте буковку Q поставим. Так, ну как минимум можно так сделать. Ну давайте еще сделаем. Инвентарь. Так. Ремов, хотя проблема может быть, что он некорректно будет работать. Ну давайте буковку, и... так, ну G давайте пропишем G. Все. Теперь э, здесь мы создадим э, нашу прописанную кнопочку это у нас будет инвентарь ⁇ add я просто скопирую вот наш event э, которая будет ду, будет запускать наше управление то есть добавление так теперь Нам необходимо подавать персонажам э, поднятие предмета. В данном случае, здесь э, вот этот event принимает от персонажа действие. Давайте создадим это действие. Для этого нам необходимо будет. Давайте отсюда в общую структуру выйдем. Давайте добавим такую штуку, как Blueprint Interface. Сделаем их две штуки. Это минимум. В одной мы будем управлять э, инвентарем, во второй персонажем с инвентарем. Короче, такая не совсем легкая, конечно, структура получается. Так player интерфейс uh, просто чтобы не длинное имя было типа player interface inventory так давайте сразу дубликат сделаем и назовем его Так. Интер, так, item интерфейс. Да, зайдем в player интерфейс и запишем здесь вот эту функцию. Это у нас будет action. Это вот та функция, которая как, как раз таки будет взаимодействовать с инвентарем с поднятием предметов и так далее. Action Inventory. А еще одну функцию сделаем. Она будет у нас передавать наши значения GTA item. инвентарь так action инвентарь мы сделаем входящий входящие значения это у нас как раз таки та штука которую мы создавали вот player action enumeration и player action структура вот структура у нас там и будет сидеть Назовем его просто action. И здесь action структур. Так, быстренько вниз. Enumeration, вот он. Player action enum. You know. Так, теперь get item inventory. Мы пропишем... Ту штуку, которую мы, в общем, и создавали. Это у нас получается перв, первая структура, вот эта. То есть мы из не, в нее будем, точнее, из нее будем вытаскивать значение. Это вот input это у нас входящий, output выходящий. Вот делаем output. Iteminf, ну, типа item инвентаря. Так, пишем. Так, я хотел enum написать. Написал не то. Так, item type enum. Ой, нет. Структура вообще-то надо написать. А где она? Я не переименал. Да, я, я не переименал структуру. А это дата структ, чтобы проще было искать, чтобы вот так я не запутался. Так, где у нас? А этом дата структура. Здесь нам необходимо будет выбрать а, array, потому что мы не единичное значение будем записывать, пер, пер, передавать, выдавать и так далее, а, а количеством, то есть большим количеством. Копируем, а, компилим, сохраняем. Теперь нам необходимо не запутаться так да мы item интерфейс еще тоже не не, не не это не заполнили же здесь у нас будет по сути пока одна функция только Spawn item interface. Ну, блин, даже зачем вот так много писать? Spawn item просто. Здесь мы будем указывать... что мы будем выкидывать и количество. Так, пропишем. Это у нас входящие два значения будет. Item и count. Здесь мы нашу структуру айтема записываем. Айтем дата структура. И здесь аккаунт у нас, соответственно, просто интеджер количество. Мы выкидываем, по сути, из ячеек, так что у нас все по единице будет здесь. То есть единичное значение не не Ray. точно так теперь давайте подключим наши интерфейсы к нашим штукам это а, к персонажу мы подключим плеер а, интерфейс заходим в, а, в сам персонаж класс сеттинг и добавляем наш Player интерфейс Inventory. И наш получается предмет. Так, сюда мы тоже добавляем item интерфейс.